Вот забежал Максик, 200 лет не виделись, учится, трудится в театральной академии, на артиста... Музыкального театра. Музыкального театра. Ну, а сейчас мы с ним споем нашу привычную песню. Да. Из репертуара Владимира Семеновича. 10 тысяч и всего один забег остался. В это время наш Лисхудников Олег зазнался. Я, говорит, болен, перед тенью нету сил и сгину. Вот так что тренер мне тогда и предложил. Беги ему. Я ж на длинной, на дистанции помру, не охну. Пробегу, быть может, только первый круг и сдохну. Строго тренер мне так, мол, надо, Федя. Главное ж воля, чтоб была к победе. Нет, там так, главное, говорит, воля, чтоб была к победе. Воля, воля, если сил не в проворот, а я увлекся. Я на 10 тысяч рванул, как на 500, и спекся. А меня, а я предупреждал, дыхалка. Пробежал всего два круга и упал, а жалко. И наш тренер, он и вице-чемпион Аруда. Не пускать меня велел на стадион Иуда. А вчера мы только брали с ним тоски по банке. А сегодня он кричит, меняй коньки, говорит, на санке. Жалко тренера, он тренер неплохой, ну и бог с ним. Я сегодня занимаюсь и борьбой, и боксом. Имея теперь насчет на свой сомнений, все вдруг стали очень вежливы со мной. И ты, тренер. Ну, как-то так. Макс, ну, слова вспоминал. Я не помню ничего, но теперь я все вспомню.